вид спорта, знаете ли. Симона Пейчева перед вами. О трудной доле и судьбе которой Ляйсан говорила некоторое время тому назад. Я лишь добавлю, что само ощущение победы этой гимнастки знакомо. Да. Потому что на играх Доброй воли 2001 года в австралийском Брисбене ей доводилось побеждать. Пусть и постфактум, в связи с дисквалификацией наших лидеров. Но она знает, что это такое, и стремится ощутить это же еще раз. Самотайм в обработке. Ну, такую музыку могут брать только взрослые гимнастки, которые же умеют чувствовать. Ну, молодец. На таких эмоциях, пусть даже, как говорится, много не было специфических элементов, но элементами вот бросками тела она выразила, конечно, эмоции.